Здравствуйте, подскажите, как с помощью эзотерики убрать склероз сосудов нижних конечностей? Постараюсь сейчас ответить. Сосуды. Сейчас почитаем. Сейчас я читаю из книги, которая называется «Магические способы лечения человека». То, что попадется, вам все прочитаю. Для того, чтобы убрать коксартроз, необходимо вокруг бедер намотать металлическую проволоку из железа, несколько оборотов по часовой стрелке на правой ноге, против часовой стрелки на левой ноге, закрепить скотчем, носить несколько недель подряд. Дальше. Меланома — ежедневно обмываться мочой коровы красного цвета. Аденома предстательной железы — положить таз сырые куриные яйца в скорлупе, после этого босыми ногами давить яйца и держать ноги, перебирая ими. После этого делать это каждый день в течение месяца ежедневно. Дальше, боли при менструации. При менструации одеть на большой палец ноги железное кольцо, либо обмотать палец много раз черной ниткой. Боль исчезнет. Ага, артериосклероз, дошли все-таки. Это артериосклероз, когда у вас непроходимость конечности. Артериосклероз можно убрать, если широкой лентой зеленого цвета обвязать человеку грудь, не ноги, и не перетягивая обмотать несколько раз. С ней он должен спать и ходить несколько месяцев. Вот мы и дошли к артериосклерозу. Что сделать, чтобы не было артериосклероза? Обмотайте грудину зеленой тряпочкой, сделайте это, чтобы можно было свободно ходить, и живите с этим несколько месяцев.